сегодня принес три книжки. На самом деле рассказывать я буду, конечно, не все три, но просто обращаю ваше внимание. Есть такая серия, называется «Библиотечка квант». Вот у меня в руках сотый выпуск. Это Васильев, Савин, Егоров, «Избранные олимпиадные задачи». Вот у меня 109-й выпуск, это моя книжка, «Арифметика 2». Вот 117-й выпуск, «Задачи всесоюзных олимпиад». Ребят, смотрите, этих книжек на самом деле выпущено довольно много. То есть выходят каждый год три книжки такие по математике и три по физике. Ну, на самом деле, чуть меньше из-за того, что иногда бывают задачи вступительных экзаменов. Но, тем не менее, за эти годы накопилось много. И советую, просто посмотрите, может быть, что-то интересное там вы для себя найдете. Я сейчас хочу рассказать вам о книге, одна из самых любимых моих математических книг, о книге, которая называется «Задачи всесоюзных математических олимпиад». Вот я могу вам сказать честно, когда ко мне обращаются вот со словами «хочу выиграть олимпиаду», там, «хочу выучить», там, что такое олимпиадная математика, у меня всегда очень простой совет. Будь добр, сначала полностью решай вот эту книжку. Это моя книжка «Тысяча одна задача по математике». Она написана, на самом деле, как, что называется, курс молодого бойца. Да? То есть там самые-самые простые, но в некотором смысле и самые важные задачи, да, то без чего нельзя. После этого очень советую похожая на нее, но чуть-чуть более сложная, называется «Задача ленинградских математических кружков». И, ребята, в общем, вот это, пожалуй, следующее. Ну, конечно, чем старше вы становитесь, тем больше выбор. То есть уже можно, вот с ней уже конкурируют и задачи турнира городов, с ней конкурируют просто статьи журнала «Квант» и так далее, и так далее. Но у меня есть просто опыт того, как люди, прочитав эту книгу, даже не обязательно целиком, существенно изменялись и действительно начинали там и на олимпиадах побеждать. А главное даже не это. Главное, действительно начинали понимать математику. Вот чем важны всесоюзные олимпиады вот тех лет, вот не те, что сейчас проходят, а тех лет, тем, что тогда составляли задачи действительно серьезные профессиональные математики, и, соответственно, стиль олимпиад был очень близок к объяснению того, что такое математика. То есть, может быть, даже многие задачи сейчас, они скорее и более трудные, чем эти. Но здесь очень часто явным образом показаны идеи. Давайте возьмем сейчас некоторое количество задачек и порешаем. Сейчас. 29-е. Всесоюзные олимпиады состоит из двух пунктов. Пункт А. Каждая из диагоналей делит площадь пополам. Давайте я напишу, что это означает. Значит, есть четырехугольник. Мы знаем, что площадь ABC равна площади ADC. Вот это вот такая диагональ. И площадь ABD равна площади BCD. Повторяю. Каждая диагональ делит площадь четырехугольника пополам. Докажите, что в таком случае ABCD параллелограмм. Повторю условия задачи. Выпуклый четырехугольник, каждый из своих диагоналей разрезан по площади пополам. То есть на треугольнике одинаковой площади. На доске написано, площадь треугольника ABC равна площади треугольника ADC, и площадь треугольника ABD равна площади треугольника BCD. Задача. Докажите, что ABCD параллелограмм. То есть вы формулу для площади забыли уже, да? AB делить на 2. Что-что? Площадь треугольника. AB делить на 2. Площадь треугольника это? AB делить на 2. Что такое AB? А умножить на B. Что такое А? А это одна сторона треугольника, B это другая сторона. Это качество. Что-что? Ага, то есть у треугольника есть высота.
и площадь треугольника – это половина чего? Произведение высоты и стороны. Сторона А, высота H, площадь треугольника – это А умножить на H половина. Ребята, вообще-то у нас первое занятие в этом учебном году было посвящено этому. Там мы еще про медиану рассуждали, помните? Медиана режет треугольник на два треугольничка одинаковой площади. Это все у нас было. Я считаю, что этой формулой надо пользоваться сейчас. Осталось при помощи этой формулы суметь доказать все, что нужно. Подсказка. А вы посмотрите, как площадь треугольника ABC записать через сторону AC и высоту. Чему равна площадь треугольника ABC? Умножить на что? B умножить на AC. На вот эту высоту. Вот давайте вот этот отрезочек обозначим H1. Итак, H1 – это высота, опущенная из точки B напрямую AC. Площадь треугольника ABC – это AC умножить на H1 и разделить на 2. Отлично. А площадь треугольника ADC – это что такое? Это та же самая сторона АС, только умноженная на H2 и разделить на 2. Но, господа, это должно быть одно и то же. Значит, что, если двойка одна и та же, АС одно и то же, что должно выполняться? H1 равно H2. Абсолютно верно. Ребят, но если у нас здесь вертикальные углы, и если H1 равно H2, то каким свойством обладают эти два треугольника? Конкурентные треугольники, да. У них просто прямой угол, у них общий острый угол, и у них один катет есть общий. Отлично. А это значит, что и гипотенузы у них тоже что? Равны. Гипотенузы у них равны. Если точку пересечения диагоналей обозначить буквой О, то мы только что доказали очень важную штуку. БО равняется ОД. Догадайтесь, что я теперь делаю? Я здесь опущу высоту из точки С, а здесь опущу высоту из точки А, и у меня получится ровно таким же образом, что АО равно ОС. Согласны? Да. А значит, диагонали четырехугольника пересекаются и делят друг дружку что? Пополам. То есть какая картинка? Вот есть у нас середина, это отрезок BD, точкой O делится пополам. И есть у нас отрезок AC, не обязательно под 90 градусов, как-то так вот проходит, и тоже делится пополам. Понятно? Ну, а это известно. Если у четырехугольника есть центр симметрии, то он с чем является? Квадратом. Нет, не квадратом. Параллелограмм произвольно, ребята. У квадрата, конечно, тоже есть центр симметрии, но и у произвольного параллелограмма. Четырехугольник, у которого диагонали друг дружку делят пополам, это, конечно, параллелограмм. Отлично. Вот это было только предисловие к той задаче, которая на самом деле у нас сейчас будет. Задача совершенно роскошная. Смотрим. Давайте быстрее заходите. Заходите. Что? А Коля? Коля уже ушел. А, он уже ушел. Ребят, это на самом деле не просто так. Это у нас люди беспокоятся о том, чтобы была записана биология. Дело в том, что вы знаете, что мы часть занятий записываем. Это записывается, но и другие тоже. Там биологию записываем, сегодня Засова будем записывать. Это очень много, я реально успеваю выложить. То есть, ну, в общем, ребят, смотрите, очень советую. Что-что? Биологией занимаетесь? Я не занимаюсь биологией. Но для того, чтобы выложить видеофайл, не нужно заниматься ни биологией, ни чем другим. Для этого достаточно, к сожалению, просто тратить на это много времени и сил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Биологией, на самом деле, я вам очень советую заниматься. Дикость в вопросах биологии, она гораздо более страшна, чем дикость в вопросах математики. Потому что если вы плохо знаете математику, то просто, ну, у вас как бы голова плохо работает, и ладно, да? Ну как, ну просто процессор не той модели.
А если вы плохо знаете биологию, то вы способны над собой и над своими детьми делать, ну, просто буквально чудовищные вещи. Дело в том, что любой из нас болеет периодически, любой из нас может столкнуться там, с тем, что родственники болеют, или там какая-нибудь катастрофа и так далее. И понимание того, как устроен человеческий организм, чрезвычайно важно. Просто для того, чтобы эта общая культура чрезвычайно важна. Чрезвычайно важна. Поэтому не надо думать, что вы в школе учитесь, что называется, для того, чтобы получить там какую-нибудь там грамоту на Олимпиаде или там какую-нибудь там награду еще где-нибудь. Вы учитесь для себя, для того, чтобы что-то знать, для того, чтобы глупости не делать. А вообще, какие глупости абсолютно взрослые, казалось бы, посвященные люди говорят про биологию, это страшно. Просто у людей настолько, у многих отсутствует понимание. И не по злобе, а просто потому, что действительно не понимают. Итак, вот такая задача. Дан шестиугольник, у которого проведены диагонали. Ну, давайте точки пересечения обозначим А, Л, М. Вот. Так вот, если каждая из этих трех диагоналей, А, Д, Б, Е и С, Ф, делит шестиугольник на части одинаковой площади, докажите, что k равно l равно m. То же самое, что в предыдущей задаче, только на этот раз надо доказать не что четырехугольник является параллелограммом, а что если три главные диагонали делят шестиугольник на кусочки равной площади, то в таком случае эти диагонали обязательно пересекаются в одной точке. Очень хорошая задача. Ребята, давайте, чтобы вас подразнить, скажем, совсем простой вопрос, который звучал на лекции в прошлый раз, но на который реально никто, ну или почти, почти никто там разумного ответа не дал. Вопрос такой. Представьте себе, есть павлин. Отлично. Все помнят, как выглядит павлин, какой он красивый. Отлично. Скажите, пожалуйста, это самка или самец? Самец. Самец, отлично. А как выглядит самка павлина? Она серенькая. Серенькая, конечно. Отлично, почему? Это чтобы самец привлек самку своим чудесным видом. Да, замечательно. Вот вы произнесли очень важное слово. Так у многих животных. Почему? Потому что самка больше. Дайте тюрьму. Я не слышу, честно. Почему женский пол чаще всего какой-то некрасивый и удивительный, а мужской симпатичный? Чтобы привлекать внимание. Зачем? Образом. Замечательно. А почему самки какие-то серенькие такие, а самцы, наоборот, все расфыренные? Могли бы самки. Естественный отбор. А почему он отбирает самок, что они какие-то все серые и незаметные? Не, ну, может быть, улучшение, там, ну, кто более красивый, то дети получится лучше. То есть... Да? Какое отношение длина хвоста имеет к тому, какие дети? Да никакого. Да. Ну, наверное, потому что самок гораздо больше, чем самцов. О, я же говорю, да. Я же говорю, слышите фразу, потому что самок гораздо больше, чем самцов. Да-да, и что? Ну, и поэтому они должны быть большие и красивые, да? Потом показывают, что они главные. А? Потом показывают, что они главные. Нет, они главные. Показывают, что они вообще есть. А? Да. Главнее. То есть самцы в любом виде, это такие самые главные, да? Вот, а самки это так тебе, да? Не, у клоунов самка главная, что я думаю. Нет, а что такое главный? Что такое главный? Все эти вас слушают, ты вокруг побегают. То есть мужаком стали, не глядя, самку уже в клоун. Ну, не стая. Отлично. Следующий вопрос. Алло, следующий вопрос. Ребята, как вы думаете, а вот у большинства видов самцы принимают участие в заботе о потомстве нет, или нет? Нет. Нет. А почему?
Вот у людей, как известно, мужчины чаще всего помогают женщинам. Потому что самцы могут съесть. Замечательное правило, потому что самцы могут ненароком съесть. Ну, замечательно, а может их можно воспитать, и они все-таки не будут есть свое потомство. Ну, быстрее. На полюсе нужно как можно больше потомства заделать, то есть они ищут самок постоянно. Они бегают, ищут самок, отлично, а при этом заботятся. Слушай, а неужели вот если ты знаешь, что у тебя там где-то есть ребенок, почему бы о нем лучше не позаботиться, чем бежать там за какими-то мечтами? Я увеличу популяцию. Если бы твоего ребенка сожрут, ты о нем не позаботился. Ребята, это показывает, до какой степени вы ничего не понимаете в биологии. Просто вот совсем ничего не понимаете. Что-что? Не слышал? Так, хорошо. Теперь давайте последний еще вопрос для контроля. Скажите, пожалуйста, с точки зрения важности, с точки зрения полезности, вот что вообще важнее и ценнее? Это самки или это самцы? Самцы. Давайте голосование. Кто считает, что самки это здорово, а самцы это случайно и так себе ерунда? Итак, первый вопрос. Кто считает, что самки важнее? Ну и потом, соответственно, будет голосование, что поровну, потом голосование, что самцы важнее. Итак, кто считает, что самки это самое главное на свете? 8 голосов. Спасибо. Кто считает, что поровну? На самом деле должно быть равноправие. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Посчитает, что самцы важнее. Так, 1, 2, 3, 4. 4. Не понял, а все остальные о чем думали? 5. Равноправие. Вот, равноправие. Ребята, срочно все слушайте биологические курсы. Там вам объяснят простую и важную мысль. Нет, очень простая. Ребята, мысль очень простая. Запомните, пожалуйста, что самцы, они, конечно, нужны, но они нужны вот в каком смысле. Что на самом деле более-менее любой сгодится. Да. Вот. И как бы если там даже половину перебить, а даже если там 90% перебить, и даже 95%, ничего от этого по большому счету не произойдет. По одной простой причине. Потому что самцы, они бы ими жертвовать для того, чтобы было не жалко. Вот. И наоборот, всеми силами большинства видов происходит сохранение. Почему так? Это идите слушайте курс биологии. Это я вам сейчас не буду говорить. Вот. Но, в общем, ребят, давайте вернемся к математике, иначе вообще ничего не успеем. Вот посмотрите сюда. Вот есть диагональ АД. Ребят, внимание сюда. Вот есть диагональ АД. И есть другая диагональ. Диагональ, ну, например, CF. Нормально? Нормально. Смотрите, что произошло. Посмотрите за рукой. Есть диагональ CF. Вот мы ее превращаем в диагональ AD. Этот треугольник исчез, а вот этот треугольник появился. Значит, обязательно площадь ALF, ALF равна площади CLD. Господа, надеюсь, все понимают, что я скажу дальше. Я точно так же скажу для других. Это вот такой EMF. Так, и он чему равен? EMF. И он равен BMC. И он равен по площади треугольнику BMC. Очень хорошо. А еще что видите? Абсолютно верно. А еще вот этот? BAK.
равен вон тому треугольнику. ДКЕ. Господа, заметьте, три равенства площадей. Причем каждый раз картинка очень забавная. У нас вот здесь вот были два угла. Как называются такие углы? Вертикальные. Значит, я должен сейчас отдельно разобраться с такой ситуацией. Представьте себе, что у меня есть один треугольник, и у меня есть другой треугольник с таким же углом при вершине. Понимаете логику? Да. В одном случае это был треугольник CLD. А в другом случае это был треугольник ALF. Ну, не важно, как он обозначается. Важно, что вот площади у них должны быть равны. У меня на картинке, конечно, не очень равны, но тут предположим, они должны быть равны. Как это записать через стороны? Какое соотношение на стороны должно быть, чтобы площади треугольников равнялись, если у них один и тот же угол? А я знаю? Ребята, надо просто-напросто задать себе вопрос. В сколько раз изменяется площадь, если точка F возьмет и туда вот уйдет? Что будет при этом происходить с площадью треугольника? Она в столько же раз увеличится. Согласны? Да. Отлично. А если точка А в несколько раз приблизится? Сколько же раз уменьшится? Согласны? Замечательно. Значит, от чего зависит площадь? Ну, от угла, конечно. А еще от произведения LC на LD. Согласны? Значит, еще раз. Если отрезок LD увеличивается в несколько раз, то в столько же раз увеличивается площадь. Если отрезок LC уменьшается, в столько же раз уменьшается площадь. Значит, важно их произведение. Ребята, вот оно, то самое равенство. LA умножить на LF. Оказывается, что площади треугольников с общим углом при вершине относятся так же, как произведение сторон, выходящих из вершины. А теперь я, написав для точки L, напишу точно такое же для точки M. ME умножить на MF, это MB умножить на MC. Ну и вы понимаете, что здесь то же самое. KA умножить на KB, это KD умножить на KE. Ребята, а вот сейчас у меня к вам такая просьба. Пожалуйста, проанализируйте эти выражения и как-то, может быть, какое-то из них придется правую и левую часть поменять местами. Может быть, в нескольких местах надо будет правую и левую часть поменять местами. В общем, поэкспериментируйте и сумейте из этих вот трех равенств получить противоречие. То есть мы предполагаем, что диагонали не пересеклись в одной точке. Пожалуйста, сумейте получить противоречие. Ладно, ребята, еще хочу, пока вы решаете, продолжить систему биологического лектория. Вот давайте разберемся с нашими замечательными мальчиками. Вот смотрим на какого-нибудь мальчика. О, мальчик. Точно мальчик. Сколько лет? 13. 13. Отлично. Сколько лет? 12. 12. Отлично. То есть им кому-то 5 лет осталось до армии, кому-то 6, 4, кому-то 4. Это замечательно. Смотрите, а вот интересный вопрос. А почему армию берут тех, кому 18 лет? Что чё так же? Это с древних лет такое пошло. С древнего Рима такое пошло, там с 18 лет спускали на авиацкий бой. Это с древнего Рима пошло. Ваша версия? По законодательству, то есть если человек кого-то бьет, то он сам будет отвечать, то есть не его родители, а именно он. Законодательство – это всего лишь оформленное юридически волей общества. Если бы общество считало, что надо в армию брать не с 18 лет, а с 25 или с 50, то, конечно, тогда и законодательство под это. Переписать законодательство – дело не хитрое. Сели, переписали.
Вопрос, почему общество воюет 18, 19, 20-летними? Казалось бы, в 50 лет человек неужели слабее того, который 18? Да. Мне кажется, что с 18 лет наступает совершеннолетие. Это я понимаю. Я все понимаю. Юридически я все понимаю. Совершеннолетие, приходит повестка и так далее. Да. Может быть, этому человеку, как бы, он еще не формировался, и можно болтать все что угодно. Ага. То есть вы думаете, что 18-летние более внушаемые? Это правда. Это правда. Действительно, у них еще жизненный опыт не настолько большой. Их, это я все понимаю. Так, еще версия. Да? А 18 лет человек еще не состоявшийся, ну как бы он идет в армию, и по идее у него нет особых дел, только закончил школу, если не поступил в университет, то нет, секунду, у него нет особых дел. Но понимаете, тогда еще лучше послать в армию вас сейчас. Потому что сейчас у вас дел еще меньше. И кроме того, извините, у него нет дел именно потому, что его взяли в армию. Вообще-то он бы себе очень даже нашел дела. Он очень бы себе нашел дела. А две просто факультеты. Да. У них самое развитое тело. Самое развитое тело 18 лет. Легче убедить. Так вот, ребят, как ни странно, ответ, он действительно абсолютно чисто биологический. И вовсе не в Древнем Риме это началось. Надо просто вспомнить, как устроена обезьянья стая. Обезьянья стая устроена очень просто. Есть глава стаи, есть несколько самых мощных самцов. Вот давайте вспоминать. Как устроено. Значит, итак, есть, что называется, центр стаи, глава, да? Вокруг самые мощные самцы. Внимание! И вокруг все дети, которым младше одного года. Они тоже находятся здесь, в центре стаи. И их мама. Вот. После этого все более и более слабые, самцы и самки. И на самой границе, находятся те, кого только что выгнали из центра. Как устроен век любой обезьяны? Родился, сразу тебя затащили вот сюда. И ты получаешь права любого мощного за ухо дернуть. Тебя все оберегают. Над тобой все трясутся. Обезьянья стая – это абсолютный культ младенца. Дело в том, что этих младенцев очень мало, и поэтому их обороняют как самое-самое-самое главное. Там вожак, там самое-самое главное, самое сильное, и там все дети. И там он живет. Ребята, традиция той самой обезьяньей стаи – это то, что вы здесь сейчас находитесь. Это ровно то же самое. Вы маленькие, и поэтому, кстати, у нас осталось, там, в автокатастрофе погибли 5 человек и 2 ребенка. То есть мы отдельно считаем детей маленьких и отдельно считаем взрослых. Это не случайно. Это пошло вот оттуда. Замечательно. А вот дальше проходит какое-то время, если честно, это ровно то же самое время, когда родились следующие. И следующий маленький ребенок помещается сюда, а уже чуть-чуть подросший, достигший какого-то там, я не помню, то ли года, то ли двух. Нет, у нас это называется 17 лет, да. У них это называется года достиг. Вот, его отправляют вот прямо сюда. Его отправляют сразу на самый конец. И вот он-то как раз и будет воевать. Он-то как раз и будет искать всех леопардов с опасностью для жизни и так далее. Чему это соответствует у нас? Тому, что называется подростковый возраст, вот там эти самые там 17, 18, 19 лет, когда вдруг родители перестают защищать. И вдруг они начинают объяснять тебе, а ты уже большой, иди все делай сам.
Вам кажется, что это что-то изменилось? Да нет, это работает древняя обезьянья программа. Что пора бы тебе уже все. Ребята, и воюют обезьяньи стаи никогда не со всей своей силой. И у людей ровно так же. Заметьте, пожалуйста, идет сражение. Интересно. Одна нация сражается с другой нацией. Кто в ней участвует? Ничтожное количество с одной стороны и с другой. И вовсе не самые сильные. Вы не обращаете внимания, что в большинстве войн на самом деле участвуют вовсе не самые сильные? А это случайно. Это опять-таки пошло оттуда. Просто многие вещи, они, если вы немножко задумаетесь о том, как устроена обезьянья стая, вам станет гораздо понятнее то, что происходит в жизни. Просто так устроено государство. Кстати, почему нельзя, вот скажем, я не знаю, в какой-нибудь там стране появился диктатор? Ну, казалось бы, один диктатор. Да господи, ищет делов-то. Один диктатор, один человек, я не знаю, там какая-то 50-миллионная страна. Ну, казалось бы, ну соберитесь вы, ну не надо 50 миллионов, но в десятером придите, скажите ему, пошел нафиг. Ответ, а не бывает так у обезьян. Если кто-то занял положение, если кто-то стал президентом, все. Все. Ребята, обезьяны не изобрели демократию. Демократия — это человеческое изобретение. А если вы живете по законам обезьяньей стаи, альфа-самца не сбрасывает. Он вот есть и все. Вот пока не помрет, он альфа-самец. Так устроено. Еще раз, многое о жизни вы поймете, просто поняв, как устроена стая. Так, ну ладно, в общем, я действительно советую немножко, чтобы это поучить, это полезно. Так, здесь надо было в правильном порядке перемножить эти разницы. Площадь треугольника пропорциональна произведению сторон при данном угле. Что-что? Значит, мы уже получили три равенства. Чтобы вас не смущать, давайте я даже все уже треугольники уберу, оставлю просто вот. Вот у нас есть такое равенство, такое и такое. Три равенства. Что мы теперь из них сделаем? Вот посмотрите на картинку. Отрезок LC. Он какой вообще? Он меньше чего? Он меньше, чем CM. Согласны? CL меньше, чем CM. А значит, CL. Кто-нибудь видит? MC видите? Отлично. Значит, давайте перемножать их так, как есть. Хорошо. Отрезок LD. Отрезок LD, он у нас меньше чего? Значит, LD меньше, чем KD. А KD где? Здесь. Ребята, а давайте я их перемножу вот прямо, как они написаны. А давайте их прямо так и перемножу. Пишу. LC умножу на LD. Это вот отсюда. Дальше. МЕ, МФ. Дальше. КА, КБ. Ну и теперь правые части переписываю. ЛА, ЛФ. МБ, МС. И, наконец, КД и КЕ. А теперь, пожалуйста, от отрезка LA ставим стрелочку к отрезку KA. Кто продолжит эту деятельность, кто не побоится выйти к доске, и от каждого из правых отрезков поставит стрелочку к меньшему левому отрезку. Выходите, пожалуйста. Только без ошибок, без обмана. LF. Он больше какого отрезка? LF больше какого отрезка? LF больше отрезка MF. Отлично. Ставьте стрелочку. Так, дальше. MB больше KB.
МБ больше, чем КП. Давайте рисуем. Так, дальше. МС больше, чем ЛС. Тоже верно. КД больше, чем ЛД. И, наконец, КЕ. КЕ больше, чем ЛЕ. Отлично, ставим стрелочку. Ребята, заметьте, пожалуйста, в правой части перемножили 6 отрезков, каждый из которых длиннее соответствующего отрезка в левой части. Значит, правое произведение что? Больше. А должно быть равно. Решили задачу? Да. Все, спасибо, все правильно. Чё, я не обещаю, что задача легкая сегодня. Это действительно серьезная книжка, но согласитесь, она очень даже интересная и замечательная.